Спортсмены города выиграли главный кубок фестиваля силовых видов спорта «Пермский период». Соревнования со статусом открытого кубка России проходили в краевой столице в минувшую субботу. За победу боролись 115 спортсменов из 16 городов Пермского края. Честь Кунгура защищала команда «Underground», завоевавшая 11 первых мест. Общий результат – первое командное место. «Underground» в результате стал обладателем главного кубка. Сразу 5 кунгурячек выполнили норматив мастера спорта международного класса. При весе в 47 килограммов Екатерина Курбатова в классической становой тяге покорила вес 130 килограммов. Ольга Масеева стала абсолютной чемпионкой в многоповторной становой тяге, потянув штангу весом 55 килограмм 115 раз. Первыми в своих категориях в этой номинации стали Алевтина Половодова, Анастасия Бритвина, Татьяна Масленникова. Все выполнили норматив мастера спорта международного класса. Светлана Колесникова выполнила норматив мастера спорта. Валентина Карабицына выступила в русском многоповторном жиме лежа и также одержала победу. Порадовали и мужчины кунгура. Олег Камышев в многоповторном жиме лежа стал абсолютным чемпионом турнира. Роман Ившин принес очки команде, победив в становой тяге. Традиционно держали победу в классическом жиме лежа Юлия и Вадим Сарапульцевы. Вадим Сарапульцев, помимо этого, выступил в новой для себя дисциплине – пауэрспорте, выполнил норматив мастера спорта и занял первое место.